такое нынешний семейный кодекс? Принят в 95-м году. Компиляция чего? Даже не советского кодекса о браке и семье, а кодекса 26-го года, цель которого была разрушить традиционную российскую семью. У элит это было основано на положениях и Маркса, и Энгельса, в том числе на работе Энгельса о семье, частной собственности и государстве, где он писал, что если строгая моногамия является верхом добродетели, то безусловную пальму первенства нужно отдать ленточной глисте, где в 40 тысячах ее, значит, членниках располагаются и мужской, и женский аппараты, и она всю жизнь только тем и занимается, что совокупляется сама собой. То есть свободная любовь, она пропагандировалась и практиковалась. Но позднее мы знаем, как на парткомах и месткомах рассматривали семейные дела, как боролись за сохранение семьи. Здесь все-таки с вами трудно согласиться, что весь этот период все было направлено на разрушение семьи. Мне кажется, что это тоже слишком радикально высказались.